на вершину горы. Так, а, кстати, туда телепортироваться, по-моему, нельзя. Там замок стоял. Сейчас посмотрим. Давай, открывай. Открывайся, сезон. Арабская ночь. Волшебный восток. Здесь чары, месть, отвага и честь, дворцы и песок. Ой. Вообще не прогрузилось. И почему ты внизу-то оказался? И лестники не прогрузились. Ну давай, пока бегу. Опа. Итак, нам надо сюда. Посмотри-ка, тут еще... А, тут... Подожди, а тут как? Тут что-то... Валькирия. А что за... А, ту, которую я завалить не мог, нахрен, да? Все, действительно, да, есть такая... Все. Ждем, ждем. Напоминаю, что собираю средства на видеокарту, чтобы вот такой вот штуки не было. Сразу себе позволить не могу, поэтому желающие помочь могут пожертвовать любую сумму. Реквизиты внизу под описанием. А мы сейчас... Да достойте ее, что твою мать-то. Господи. Надо только что на Соньках всяких играть, что ли. Но если на Соньках играть, это будет неинтересно. Тем более санкции. На. Блин. Вот так. Не знаю, что с этой курочки поимел. Ну что-то я поимел. Скажу Синдри, что я бог. Вот у него рожа-то вытянется. Нет. Может, я хранил твой секрет слишком долго, но теперь тебе придется хранить наш. Так. Льется! Даже не знаю, пробовать, не пробовать. Забей ее цепями. На. Давай. Я тогда не понял, что вы такие быстрые-то? Уже иду. Ты жив. Они меня ядом себе траванули. Беги! Я уже готов! Блин, ядом меня травануло. Все, понятно, надо от яда, короче, брать здесь. Мне хрен с ним. Не очень-то и хотелось. Это дополнительная миссия. Пока я без нее живу. Вот плохо, что тут ничего не придумали и приходится вот хотя бы здесь прыжок бы какой-нибудь матерый такой, опа, чтобы на ту сторону перепрыгивать. Такие этого даже нету. Пока я там ворота не открою, врата или как правильно, то в принципе значения не имеет. Опа. Бежим. Открывайся. Сим, откройся. Сим, отдайся. Ну что, парень, хочешь наконец увидеть страну великанов?
Да, но грустно, что путь почти пройден. О, а вдруг придем в Ютунхейм, а там великанов тоже нет? Это не имеет значения. Главное — выполнить просьбу твоей матери. А, никуда не уходите, я уже заканчиваю. Заканчивай, можно давай. Ему сказать? Нет. Что сказать? Ты что, колесо облизал? О, боги, меня стошнит. Я не шучу, сблюю сейчас. Мы обсуждали семейное дело. О, колесо облизал. Фу, шестеренка. А я, кстати, кое-что понимаю по части семейных дел. Дай угадаю. Твой брат не так искусен, как ты, а его работа — хлам. Ну да, все так и есть. И что? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай что-нибудь или заткнись уже. Ух ты. Вот как? Да. Надоело уже слушать про мелкие беды мелких смертных. А он уже гром вызывает с молниями. Ну ладно. Обидно. Мелкий зазнался уже. Давайте лучше делом займемся. Понравится быть богом. В бога играть опасно всем. Да. Запомни, что именно этот смертный сделал тебе броню. Мне даже сказать нечего в свое оправдание. Кое-что тебе может не понравиться. Так. Нет. Нет. Так. Безупречная асгардская сталь. Ну такой у меня нет, это точно. Еще и 90 тысяч, ни хрена себе. Чистая сущность миров. Нет, пока. Только еще раз хоть гляну, что оно там делает-то. Так, могут быть прерванные получения, уменьшается после улучшения небольшой объем здоровья. Ты вернешься, когда тебе что-нибудь понадобится. Да. Ой. Да. Да. Получили. Да. Справа. Давай. Тебе такое? Вали его. По голове его хватит. Животное. Что было? Ни хрена. Вот так вот. Опа. Кто? Откуда? Не понимаю. Кто-то невидимый, что ли, прячется? Или, сынок, ты мне тут эту подлянку какую-то строишь? Подожди. О, братья, ну почему я тебя не видел? А? Хорошо прячешься, оборотень. Вот так. Все? Они думали, нас это остановит? Сынок, ты что-то, да, много о себе думаешь? Ты хоть мне и сын, но ты дятел еще тот. Знаешь, может, Брок все-таки прав, и у
правда руки кривые? Руки хоть и кривые, но пешком ты сейчас будешь подниматься по ходу дела. Вот тебе и кривые руки. Только надо спросить у него, что сломано, будет чинить, нет? И когда починит? Все, не будет чинить. Сына, пик, тварь. Нельзя так с людьми. И никак не подтянуть, да? Пошли пешком. Ножками опять. Снова. Как тебе угодно там. Почему ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду, даже горькую. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Она не богиня. Ага, мать уже ничего не ставит. Да ешь твою мать-то. Вот тебе и мать. Виснет. Да. Давай. Порви его. Тошни. Тошни, проблюся. Много себе возомнил. Так, там мы убили ее, да? Может, дальше я ее понесу? Так. Свирепого оборотня, разбойники. Нет. Почему? Мы почти дошли. Я же справлюсь. Да ну, ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучше богини. И ты будешь говорить о ней с уважением. А иначе тебе башку снесу. Ну ладно. Неси ее сам. Несёныш. Как так? Мать любил, как только узнал, что она не богиня, а ты бог. И все, мать никто. Да как такое вообще? У тебя мать должна быть всегда мать. Мелкий отпрысок. Сейчас тебе, блин, голову надо размазать где-нибудь здесь. На съедение волкам отдать. Ну-ка, уйди. Так. А, вот почему вы сзади еще нападаете. Да. Давай. Так, листает все. Все? Нет, это что такое было? Они могут нас отравить, а их атаки прыжки особо опасны. Ну, видимо, были. Если ты знал, что мы боги, зачем было выдумывать, что Один хочет раньше нас успеть? Да заткнись, они могут так на нас. Глютвей. В Йотунхейм. Не проще было сказать, что они хотят нас убить, потому что мы боги и опасны для них. Но этого исключать тоже нельзя. Пути Одина скрытны, а его цели... Хватит уже про Одина и его семейство. Как хватит? Вот, статуя здесь была, помнишь? Да. Вот так. Вот так. Отправляйся в Хель. Мелкий козел. Я бы тоже туда отправил. Так, что мы? Так, папа может сбивать кошмар с высоты, бросая в них топор, затем они добивают атакой. Они смотрят в небо.
Это мы знаем. Собираем. Почему раньше тебя не собрал? Закаленная сварская сталь. Ага. Ладно. Лезем на вершину. Рот. Вот, кстати, справа от его пасти. Там зарыт сокровище. Как под немигающим взглядом называется, по-моему. Вот там вот. Вот так. Вот и ой тебе. Не попал. Тебе все смешно, идиотинушка. Вы с мамой всегда говорили, что боги злые. Но это не так. Тюр был добрым, и Фрея. Кто злой, так это Аса. И знаешь что? Один прав. Мы для него опасны. Мы знаем, кто мы, и можем их всех победить. Ага, да только ты на другой земле. Не всех. Еще не всех. Хваленый магний нас одолеть не смог. Они не лучше нас. И еще пожалеют, что с нами связались. Вот эта кучка под немигающим взглядом. Пойдем. Здесь мне с ноги там никто не пробьет сейчас. Ой, он меня ждет. Обвинил меня. Меня в том, что ты сделал с Магни. Родной отец назвал меня трусом. И словами не обошелся. Катись, или мы тебя добьем. Ах ты, ублюдок. Нет. Он побежден. А мелкий козел. Его. Он заплатит за слова о маме. Я сказал нет. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Вот от вседозволенности. Как я сказал твоей матери перед тем, как взял ее. Что ты делаешь? Этот нож получше, чем мамин. Ты убил вопреки моему запрету. Вышел из себя. Да. Ты сам учил меня убивать. Нет, я учил тебя выживать. Мы боги, мальчик. И у нас есть враги. Теперь отныне до конца времен ты отмечен. Я учу тебя убивать, да. Но чтобы защищаться. И никогда для забавы. Да он все равно никому не был нужен. Какая разница? Убийство бога приводит к последствиям! Каким? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Оттуда. Язык свой прикуси, щенок. Оторви ему бошку. Как скажешь. Мелкая эта тварь. Потом он тебе нож в спину захреначит, как этот пират сделал. Там зачем куда? Мы идем сюда? Мы что-то забыли? На. Щенок. Зачем мы идем? Хочу еду, потому что я так сказал. Тихо-тихо-тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Опять. На.
ладно. Вот так. И... где-то там еще один остался. Да. Тоже мне электро. А раньше мне было жарить убивать. Да, зато сейчас я вижу, ты во вкус вошел. Так. Делаем, что захотим, потому что мы боги. Вот так вот. Захотел женщину любую, взял, пошел. Потому что мы боги. Захотел кого-то убить, просто взял и убил, потому что мы боги. Это то же самое. Потому что мы американцы. На агрессию ответим агрессией, потому что я так хочу. Че за политика, господи. На. Блин, блинский. Читай, скотина. Животное. Прокачивать, я надеюсь, тебя в конце фильма убьют там. Так, мы свидетельствуем о погребении Фьюрген из Йотунов, богини земли и деревьев. За красоту ей отплатили соблазном, за любовь измены, а за дар жизни отняли ее собственную жизнь. Она отправится на вершину и через мост туда, где гром никогда не найдет ее. Тор убил собственную мать. Она была первым великаном, погибшим от его руки. Что все это значит? Господи, какие тут страсти-то накаляются. О. Аж мне жутко. Свою мать убил, этот отца убил. Думай головой, мальчик. Если Моди нас нашел, то и Бальдер где-то поблизости. Хорошо, мне есть что ему сказать. Ты не будешь вмешиваться, я сам разберусь. И ты его убьешь? Потому что он наш враг, да? Потому что он бы нас убил. Я сделаю лишь то, что будет нужно. Я помогу. Нет. Ты ни хрена не можешь, помощничек. Ничего не знаешь. Нет, стой! Да. Ага, ты сам его убил, да? Да. Они ничему не учатся, да? Да. Надеюсь, про сына биография. Драгур, так, если... кто-то где-то появился? Непонятно. Открывайся. Ой, а здесь я уж не помню. Нужен другой путь наверх. Но. Что, ты самостоятельно искал, что ли? Да. Оп, ушел из-под удара, смотрите-ка. Забыл, чему тебя учили. А, ты это мне? Я думал, тебе не по нраву мой тон. Так. Давай. Не важно, поговори мне еще. Мелкая скотина. Господи, он знаете, кого напоминал? Он про Ходоков-то был фильм-то. Дай бог памяти.
Игра престолов, там был принц, все хотели, чтобы он сдох побыстрее. И вот настало время, он сдох, так долго ждали, так и я вот сейчас жду, когда это тоже. Еще же перечит мне, падла. Ты кто такой, чтобы перечить-то мне? Идиотинушка. Я-то не фальшивый бог, а самый делишный. А ты так. Лишь бы было. Ладно. Давай зайдем, посмотрим. Что здесь у нас? Первое. Второе. Ох ты, где-то третье. Третье. Так, что у нас там? Найден. Кости 7 открытый. 5. Валькирия. Ну, давай посмотрим, как тебя гасить. Раз не получится, два не получится. Ну, я пойду. Не буду задерживать народ. Я уж не надеюсь, конечно, что все 8 я смогу победить валькирий. Ой. Что с тобой? Симбабучка, ты как так спишь? Носом вниз. Интересно. Симпатяга мой. Вот переход. Давай. Опа. Ну, допустим. Что-то мне куда-то яблоки все эти делись, они по другим этим. Разошлись. Мирам. Сломано. Может, Моди разорвал связь с мировым древом, чтобы отправить нас сюда? Ну, бог его знает. Еще одна валькирия. Мы ведь спасем ее, да? Если под спасением ты имеешь в виду оборвем ей крылья, то да. Хватит, вы оба. Решение, как поступить, принимаю я. Приготовься. Так. Да что его мать? Ты мочишь-то? Но. Но. Плохо выглядишь. Ой, что-то быстро она меня хрена кого-то. Ну-ка, иди сюда. Еще немножко. С этой валькирией можно убить ее, пусть живет. Князь отпускает ее.
Все, пульс живет. Я посмотрел, кто это действительно, да, Валькирия. Все хорош. Уходим. У нас есть более важные дела. Он, ты-то мелкий козел, можешь остаться там. На тебе. Вау, нифига себе. Так. Нет. Так, ладно. Минут. Так. Пойдем отсюда. Идем к нашей главной миссии, к нашей главной цели. Оставим этих валькирий. Опа. Так, а я в прошлый раз по-другому поднимался, правильно? Как-то на ведерке там. Так, ладно. Раз у вас один ход, поехали. Не могу запустить, да, топор? И махать им не могу. Ё-моё, что случилось-то с ним? Как учиться, если ты не учишь? Ты не внемлешь моим урокам. Я делала все, что ты говорил, а взамен хотел лишь правды. Откуда у тебя эти клинки? Ты их прятал. И чё? Ты говорил об убийстве бога. Ты убил бога этими клинками? Это мои Кого клинки. Кого ты убил, Дамагни? Скольких? Ты слышишь? Я тебя слышу, но это не темы для беседы. Не испытывай мое терпение. Ладно. Эй, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. Поздравляю. Даже он считает тебя идиотом. 9 лет жизни. И ты все знаешь, думаешь, что тебе можно все дозволено. Вот ты дебил. Вот ты дебил. Все шкуру на живьем содрать. С идиота. Надеюсь, будет такая штука, чтобы себе волшебную силу эту божественную забрать. Стой! Без меня, молокосос. Вот так.
Давай сюда теперь. Ага. Сюда затолкаем. Только что мне это дало? Братья, берегитесь. Впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. А, правда? Ну, и как все было? Да. Вот так! Так. Понятненько. Ладно. Идем сюда. Не знаю, конечно, что здесь происходит, но... Ползи туда и скинь мне цепь. Мелкая тварь. Теперь извините, но только такое обращение у меня к тебе будет. И выше, и выше, и выше. Читай. Читай. Что тут сказано? Сказано, не буди его. Да ладно, мы убили всех, кого встретили. Я уже устал от указаний, что мне делать. Гора. Кто следующий? Тихо, тихо, тихо. А сейчас он отпускался. Опа. Штука примил. Да. Снял. Осторожно, сзади. Получалось. Считать себя крутым. За счет меня тут живет, еще крутым себя считаюсь. Ага, так, ладно. Как мне тебя запустить? Надо, чтобы колесо это закрутилось и подняло. Не буди его.
Не буди меня на закате дня. Так. Вот-то я не совсем тут втягиваюсь. Так. Мне туда, но мне сначала надо взять здесь. Естественно, я не успею. Поэтому должен быть какой-то... способ какой-то должен быть. Какой? Здесь мы ничего поднять не можем. Здесь закрыто. А, вот так вот. Все, понял, как это делать. Ха-ха-ха. Хитро. Так, подожди, а почему я поставить-то ее не могу? Вот сюда могу поставить? Не могу, ладно. Сейчас. Что-то белое превратилось, а было красным. Беги. 5, 4. На, открылось. Интересно, значит, что там? Ради чего всего это? Это что такое? Сильная руническая атака. Ага. Так. Теперь эту. Итак, что у нас? 3, 2, 4. Нет, вот 4, 4. Оглушение-то, ладно. Вот так вот будет. Нет. Это что у меня стоит такое? Ага. Бум. Ой. Это большое такое, яростное. Ладно. А красный, значит, потом в опыт превращаются. А если эту подождем, в что превратится? Оставим. На всякий случай. Мало ли.
Давай. Сын, сюда. Читай, иди. Ой-ой-ой, блин. Так. Валькирии будут охотиться за мной до последнего мига. Ага. Я спрячу то, что им нужно, прямо у них под носом. Ага. Ну, это, кстати, где этот тролль стоял. Тролля там сейчас, конечно, нет, но... место я узнаю. Вот так вот. Играешь, играешь на эти кучки, не обращаешь внимания, а там в этих кучках все зарыто. Сюда, пошли! Ой! Нет, стой! Сина, ты балбес. Без взрыва. Стою на пути. Увидишь, редкие чары твои. По пути на гору мы встретили ледяного древнего. Раньше я думал, что все они сделаны из огня и камня. Впрочем, кажется, частичка камня есть в каждом из них. Наверное, этот древний когда-либо был частью самой горы, но потом ему надоело быть горой, и он просто взял и ушел. Это вообще интересно. Так, мелкая скотина, ты меня подставляешь только. Вот, оттуда потом спрыгну. А, нет, туда запрыгну наоборот. Так. Так, что-то взял. Рубленное серебро. Опа. Есть. Еще один сундучок. Где рога? Где яблоки? Мы запарили уже. О, броня. Ну, давай посмотрим. Так, на мне сейчас. Ага. Так, эта броня выкована из обломков закаленных в бою доспехов путников. Она повышает живучесть воинов достаточно сильно, чтобы ее носить. Это пояс из многослойной полированной стали неизвестного происхождения, повышающий восстановление. Да. Я что-то все во все легендарное, да, оделся. Мифическое. Кроме... вот рукоятка у меня, правда. Тут что у меня? Сила и удача 12-15. Ну, сила, зато остальное все повысим. Так. Так. Высокий шанс получить прилив здоровья при успешном точном броске.
Да нет, вот это вот будет. Все. Вот у меня таких нету, конечно. Не раскачано. И не раскачивается. Я так понимаю. Волки. Опа. Что, предполагаю, что этот дверь должен был быть от него по всем вот этим штольням, что я просто буду идти в атаку, так не рассматривался вариант. А я там был, рассудок открыт. А где-то это я нахожусь. Интересно, девки пляшут. Куда сюда. Ничего такого нету. Ничего не имею с этого? Нет, не имею. Ладно. Иди давай. Парты, все эти столы для изучения. Не знаю, гномь его дело, наверное, кто тут это, чем занимается. Неважно. Так. Великаны, которые жили. Ага, все понял. А у тебя что? Давай, крысёныш. Очередная карта. Вот и все. Асгард стал неприступным. Все входы и выходы, кроме тех, что во власти Одина, закрыты наглухо. Нам не грозит ни чума, ни мертвецов, ни агрессии Иванов. Известие об этом должно достигнуть ушей благородного Тора, ибо уже скоро ему предстоит сыграть свою роль в плане всеотца, хранитель ворона. Ага. Тор, значит, они, значит, это что-то Тору предвещали, уже предсказывали. Козлятину этому. Хотя в фильме он показывал очень даже хорошеньким. Ни хрена у них хорошенький по игре там. Скотина та еще. Набирайся. Мифическое ополчение. Ну давай посмотрим. Так, это 6 с 3, это 5 с 2. Сила, защита, восстановление. Ну, я не знаю даже, если подкачать, то прокачать, то почему бы и нет. Вот так, плечи из многослойной полированной стали, неизвестного происхождения, повышающее восстановление. А тут у нас что-то броня выкована, так. Она повышает живучесть воинов достаточно сильно, чтобы ее носить. Ну, чем дальше, тем больше. Так. Похоже, я брошу все дела. Ну, давай смотрим. Так, нагрудная броня. Прокачиваем. Береги доски. Мой тебе совет. Все, что ли? Блин. Это почти то же самое, что и толстая кожа. Так, что, улучшено до максимума? Рукоять для топора. Талисманы прокачивать, это вообще. Ну чего у меня нет? У меня талисман-то хороший. Ну-ка, если броня, я поменяю вот эту.
На вот эту. Эту, предположим. На вот эту. Наверное, ты не будешь у меня еще чинить? Да не то. Нет. Броня для бедер остался. Похоже, тебе ничего не нужно. Нет. Еще как нужно. И всего. Да побольше. О, я рад, что все еще полезен вам. Продать. Броня для бедер. Как хорошо, что я обладаю редчайшими способностями. Ну и вот это. И броня для рук. Артефакты. Пусть пока будут. Хотя ладно. Зачем они мне? Так. Купить. Не, а ресурсы? Ничего, камни воскрешения. Нет, улучшения нет. Дымящийся уголек. Я больше тебе не нужен? Нет. Больше ты мне не нужен. Где дверь? Да ё-моё. Открываю. Так. Мир тумана. Теперь здесь. Ага, да, лучше надо. Здесь что у нас? Понятненько. Ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Кто бы сомневался? Да. Так. Мне некогда, блин. Факт, что ты только одно что-то вытягиваешь. Можно и вторых таких же вытянуть. Так. О, уже три штучки, надеюсь, таких. Есть тут что, кучка какая-нибудь? Греешься там, что ли? Мелкий подонок. Так. Ну, если по сюжету, кстати, идти вот так вот это в углы не заглядывая, то, наверное, хватает прокачки-то. Я так думаю, мое предположение. Должно хватать. Прыжок, прыжок. И вот мы наверху.
Полезли. Полезли, я говорю, не застряли. Не зависли. Ну хватит вам. Молчание уже давит на нервы. Не мешай нам настраиваться. Тоже, да, заметил? Что с этим козлятином мне не о чем разговаривать. Так. Опа. Даже не знаю, что здесь находится. Ладно, давайте посмотрим. Я-то забыл. Раз мы другим путем идем. Может, тут врата какие-то есть. Так. Вроде ничего такого не вижу. Все как обычно. Разруха. Чего ты боишься, что ли? Ничего не вижу. Все на одном месте тащится, мы только высидим на горе на этой. Пошли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько мне до этой вершины ползти? На! Меня подводит. Так, у нас скоро вершина будет. Нет, на клинки, потому что если быть замороженные, только здесь могут быть умороки вот эти вот сосульками вместо пальцев. Так, уже хорошо. Да. Взяли. Так. Блин. 9:33:20. Ну это не прокачано, тоже будет 6. Так, сила, защита, живучесть. Сила. 20:33:9, 10:33:21. Вот поменялся. Ну это у нас что? Ага, восстановление. Прямо таки готовят к этому бою. Какой там на вершине должен случиться, по идее. Ну, давай. Кстати, этих растений вроде почти раньше на не месте. Было. Наконец-то. А сюда как-то в обход. Мальчик, руну. Добирался. Вот посюда как-то. Вот твое тело. Ну, такое вообще никто не должен видеть. Спасибо. Ну что, спасибо. По ней вырежи. Так. Где-то тут должны быть врата. Есть вообще такие, нет? Чтоб мне вот 10 раз не лазить на вершину.
от разрушенных. И поехали. Упал. Давай, 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 поднимайся. Опа, откуда-то прилетел, да? Так. Да не так. Вот так. Искры в небе кружат. Ого. Йотунхейм. Вот и он. Йотунхейм. Он прекрасен, да? Помню однажды... Брат, берегись! Давай. Что, скучал? Его же нельзя было убить, точно. По крайней мере, в этом мире, насколько я помню. Беги, сын, за врата! Нет! Опа, опа! Я тоже бог! Я справлюсь! Пусти его! Серьезно? Да, блин, он внутри, что ли, откусил тебя? Выкини его, пока летит туда вниз. Отпусти их, возьми потом, меня, пока я поднимется. Все это время я думал, что мне нужен ты. Но ты просто мясо. А мозгом оказался мальчишка. Да. Выкидывай его, просто выкини туда. А он летать не может. Ах ты, тупой ублюдок! Только об этом и думает, идиот. Жизнь в опасности. Уходи отсюда, сын. Да, разумеется, малыш, беги прочь. Пусть твой папочка сам как-нибудь разбирается. Пусти! Успокойся! К этому ты не готов. Я готов! Сын. Трума! Вот так вот. Что я требовалось доказать? А я-то думал, что у меня семья хреновая. Ну? Твой ну. Отец прав. Как-то ты ну совсем не готов. Короче, будь так добр, подержи это для меня. Надеюсь, тебе сильно. Атрей! Ой, да зачем ты тут прыгаешь-то? Хрен на него. Блин. А чё, дракон одетый? Ты никогда не сдаешься! Еще. Еще. Часть его скинь. Давай. На. Не получается. Как вы вообще не падаете? Давай. И еще. Меня не остановишь. Так, так, так. Кровь-то летит. Я тебя сломаю!
Когда же вы сдохнете? Да подожди. Еще. Вот так. Блин, долго пришлось для удобить. Давай, вали его. Почему вы бошку-то не отрезали сразу? Он, по идее, должен хотя бы вырубиться. От ударов. Ладно, не поверить, но вырубиться он должен. Если у него такая быстрая регенерация. Либо сжечь его. Да, за голову железо держался. А он улетел, как он поднялся. Ой, дракону больно. Щит. Будем парировать. Парировать? Нет. Парить. Это как правильно будет? Это вот третий дракон в игре, да, как я понимаю? Убить трех драконов, это третий дракон должен быть. Сам бежит, без меня. Кто мне тут мост открывает? Эй, я задал вопрос. Так. Ты опоздал! Дело сделано! Когда этот мост откроется, вся мощь Асгарда сразу обрушится на тебя! Все кончено. Да ну. Почти. Но он же в другом мире тоже должен быть смертным, вот этот Асгард. Пусть так. Который бессмертен, вот этот вот. Которому ни физическую, ни магическую боль нельзя причинить. Нет! Послушай меня! Я помогу! Ну-ка, отступись, или я убью его! Ты ведь меня знаешь! Что ты наделал? Давай! Сын! Это куда нас закинуло? По статистике, между мирами вот этот проход, который между мирами, вот там вот должны быть все смертными, даже боги. Именно так должно быть. На точке пересечения. Ой-ой-ой-ой. Ага, вот я и здесь. Я и так-то хотел, конечно, сюда. Я тут. Не двигайся. Так. Ты мне поможешь? Нет. Вон они стоят. Галера, господи, к смертным. Это меня в это в царство Хель забил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо мы пролетели-то так. Я там здесь еще не бродил. Подожди, сынок. Ты у меня козел, поэтому будешь терпеть. Тварина такая. Заткнись. Я думаю, тебя вообще оставить здесь навсегда. Тварь такая. Ладно, по игре надо тебя вытащить. Сейчас ты будешь слушать, не говоря ни слова. Я твой отец. А ты, мальчик, явно не в себе. Ты слишком горячишься. Ты безрассудный и непокорный. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого. Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно. Не думай, что разговор окончен. Мы здесь из-за тебя, сын. Да, потому что ты дебил. Помни об этом. Давай отрежем ему башку, кстати, тоже.
Даже пиздюлей не дал. Вернись на вершину. Так, что мы тут можем сделать? Охо-хо-хо. Так, тут это как-то обрушить, нет? По сторонам. Зырк. Как холодно. Это Хель? Не просто Хель. Это худшее место в Хеле. Только стой. Худшее место. А как спуститься-то? Подняться-то ладно. А спуститься? Еще разок. Так, на этой веревке мы вон туда пролетим. Потом что, туда обратно идти? Ну, это реально единственный способ пока что, который я вижу. Здесь никакого ответвления нету. Путь только наверх. Причем, посмотрите, какой он дурной. Вижу корабль. Сядем на него. Ага. Он проделает лишь половину пути до храма Тюра, но зато хоть отсюда уберемся. Много тысячелетий хранитель моста не пускал сюда смертных. Но ты вырвал у него сердце, мы здесь. Надо же, как все повернулось. Вот так. Ну-ка давай. Блин, я хотел щитом ударить тебя. Хватит за то, что сказал про маму. Сын. Это... Так. Да это ладно. Так, смотрим. Ой, господи. Так. Вниз, никак. Не понимаю, конечно, этих врат. Может, я бы, если по ним бы шел. Сопля тебе. Так. Как к тебе пройти? Ага. Вот так к тебе идти и надо. Господи, какой-то большой крюк будет для меня. Такс. Давай. Это был я. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Отвернись, сын. Одна из теорий. Твоей матери. Перед тем, как взял ее. Это был не я. Я бы так не сделал. Тебе нельзя об этом думать.
Не здесь. Да. Надо идти дальше. Ага. Да. Что, сущность твоя, да? Завладела всем этим делом. Легким паром. Так, опять вверх. Потом сюда. Потом туда. Так, у нас что здесь? С этой стороны у нас ничего. Кстати, ни одного ворона заметили, нету здесь. Или был ворон? А, был один. Царствие Хель. Точно, точно, был один. Ладно, чё ж. Опа. Да, опа. Голова. Что это? Хельхейм попадают не только больные и старые, но и преступники. Хелю нет разницы между нами и теми, кого должны терзать эти видения. Как бороться? Подкинуть Хель. Чем скорее, тем лучше. Я не стану брать это в голову. Мимир прав. Это иллюзия. Это был не я. Это был ты. Нет. Это тот, кем ты станешь. Я знаю, что мы тут из-за меня. Но я нас вытащу. Честно. Так. Это я нас вытащу, а ты будешь слушаться. По правде, я не такой. Да уж, надеюсь. Теперь не мешай. Ладно. Такс. Не хочу торопить, но быстрее нельзя? Нет. Дай подумать. Стой, здесь что было? Быстрее нет, это же все легко и просто делается. Это вот так вот хватается сначала, делается в одну. Потом берется топор. Потом берется... Да нет, топор. Потом берется так. И вот так. Все. Загадки-то никакой нет, в принципе. Просто сам процесс. Но. Но. Вот так. 5 уровня. Так. Что это такое? Легендарный пламя хаоса. Ага. Еще смогу, значит, прокачать. Так, у меня сейчас прокачивать-то нечего. Я же не могу без гнома-то. А этому еще, падли, извиняться там надо будет. Так, с этой стороны у нас. Прекрасно. Ага. Все к чертям. Так. Давай. Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие копытки? Вон внизу еще. Экс. Так. Толкай.
А теперь поверху, да? Ничего такого нет. Давай. Всех их вместе соберем. Не-а. Не угадал. Красный там надо. Здесь что? Закаленность рассказывает символ. Вот так. Пойдем. Так. Где Бальдер? Так, так, так. Оттуда я пришел, спустился. Блин, близкий. Надо просто удостовериться еще раз, да, чтоб оттуда будет заходить. Но внизу-то тоже есть. И я его видел. И как мне его достать вот? Так. Здесь точно нет. А не туда. Вон он, вот фундук, саквояж. Тут же нету лодок, правильно кататься? Я бы никогда не согласился. Слушай. Ты не имела права! Я имела права. Я твоя мать! Ты не имела права, ведьма! Нет вкуса. Нет запаха. Я даже не чувствую, жарко здесь или холодно. Пиры, выпивка, женщины. Все исчезло. Но ведь теперь исчезло. Ты никогда не почувствуешь боли. Сама смерть над тобой более не властна. Предпочел бы умереть? Чем лишиться всех чувств? Это уже невозможно. Сын, поверь мне, однажды ты все поймешь. Нет, не хочет он понимать. Ты все поймешь. Давай. Нет. Да. Не пойму. Ага, мы от него еще и убегаем в этом царстве. Давай! А он нас не слышит. Давай. Потихонечку. Что происходит? Свои родители его прокляли нахрен как. Что ты со мной сделала? Что ты со мной сделала? Фрей, его мать. Почему ты молчал, голова?
Ты не поверишь, я забыл. Не поверю. Сам не знаю, как так вышло. К чему мне утаивать от вас подобное? Мы пришли. Но имей в виду, разговор не закончен. Жалкий друг. Конечно, не закончен. Какой нифига такой. Я... Мне сейчас к нему идти или как? Он здесь обречен. Конечно, и сюда, но нет. Нам надо туда. Нам надо собрать. Опа. Эй-хо. Так. Вот она. Первая. Мне почему-то кажется, что в воде может быть. Так как в Бэтмене так опа, запрятали все. Нет, назад, по себя. Так, вот еще одну нашли. Я так думаю. Выглядываем. Мост. Вот на той стороне моста мы тогда хреначились, я так думаю. Так, не вижу. Так. Ладно. Ага, вон она. Почему-то кажется, вот здесь вот, да, нет? Нет. Там мы были. Так. Ну, кто скажешь, где еще одна может быть? Не вижу, не вижу. Где третья? Вот она. Ха-ха-ха.
А я даже не заметил ее сразу. Рано еще, да? Так. Ну чё ты? Вот так. Разбил. Нормально так. Рок. Третий. Есть. Еще бы яблоко, бы третье бы. Так, все, можно к этому. Где-то еще что ли есть кто-то? Все? Пойдем. Перед началом всей этой штуки хочу. Ага, туда я не могу, да, залезть? Обратно. Могу. Это не могу-то. Сейчас залезу и посмотрим. Смогу ли я там драться или не смогу. Хоть он и бессмертен, но я уверен, что смерть у него есть. О, а я думал, к нему пришел. Такой, как будто, да? Какой-то змеи ползаю. Пешучатые такие штуки. Итак, единственное остается только, как он тот сундук взять. Где-то там должен быть спуск, я так думаю. Только где? Неизвестно, ладно. Сваливаем на корабль. Он меня ждет. А, не уверен, что на нем можно плыть. Пойдем. Так. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся уже только в следующем видео. Пока. Я разгромлю здесь все. Такой вот я. Мешайся. Давай.